Футбол – это маленький мир, доступный только тем, кто верит в себя и команду, и искренне относится к выбранному делу. Меня зовут Дмитрий Феникс, и мы начинаем. Нашу карьеру нашего игрока. У нас новости просто замечательные, потрясающие. Сегодня состоится суббота, 25 мая 2024 год. Финал Лиги Чемпионов. Бавария. Барселона против Ливерпуля. Финал Лиги Чемпионов состоится вот таким вот образом. Я включен, естественно, в стартовый состав. А кто, если не я? И почему вы думаете, я такой радостный? Так я вам сейчас это покажу. Сейчас мы зайдем в новости и читаем состав на Евро-2024. Составы, которые объявлены в ближайшие турниры. Какие фамилии вошли? Вратари: Ладыгин, Мичук какой-то, Лобанцев, Черышев, Брызгалов, защитники. И смотрим полузащитники. Моя фамилия стоит первой. Первое нападение: Кокорин, Макаренко, Соломатин. Друзья, мы едем на Евро-2024. Невероятно, сколько серий прошло уже, Мы едем, черт возьми, на гребаный Евро-2024 защищать свою страну. Вот это да, сегодня состоится последний матч. Мы отыграли все матчи, мы забрали Кубок Испании, мы забрали Кубок Лиги ББВА, и сегодня попытаемся забрать Кубок Лиги Чемпионов в составе Барселоны. В том году мы сделали это в составе Баварии. Финал был Барселона против Баварии, и мы выиграли в Баварии. Сегодня же это будет все наоборот, только с Ливерпулем. Я надеюсь, все это будет наоборот, потому что это Ливерпуль, и Ливерпуль, там у них очень все хорошо идет. Ну что, после этого матча мы уже посмотрим, как выглядит. Мы видим уже с турками, нам поставили матч на 23-е, с турками первый матч проведем, потом будут Чехии, уже мы знаем, что мы играем с итальянцами, но остальные матчи пока нам неизвестны, как будут проходить. В общем, вот таким вот образом будет проходить Евро-2024. Вот это да, друзья, я просто очень сильно рад, я очень рад. Вдвойне, что и Лига Чемпионов финал. И едем на Евро. То есть уже чемоданы буквально пакуем. Пакуем чемоданы и отправляемся на Евро. Плюс ко всему сегодня финал Лиги Чемпионов. Я думаю, стоит пройти по отчету команд и посмотреть, вообще посмотреть состав Барселоны. И Терштеген, 32 года, я думаю, еще будет играть. Завершает карьеру Льюис Прайс, Масип, какой-то вратарь молодой, ну как относительно молодой, 35-36 лет, Люк Дэниел, Сюлимани какой-то, Филиппа Сюлимани, правый защитник, 23 года всего, вот, качается парень.
Мы видим, что барселонцы пытаются ввести молодых ребят. Марк Барт здесь. Кто у нас тут сейчас? Хюмельс, которому уже 35. Но я думаю, он тоже поедет на Евро. Я не посмотрел, как там германцы, немцы прошли ли на Евро. Но мы это уже увидим после матча. Сар какой-то. Ну, вот молодые парни есть. Пике, который контракт заканчивается через 2 месяца, и, наверное, он закончит свою карьеру, скорее всего, Лапорте, Мартин какой-то выставлен на трансфер, Ван Би, который приехал к нам в середине сезона, у него контракт заканчивается, будет продлевать, не знаю, Варан, который тоже, наверное, отправится на Евро. Альба, скорее всего, тоже отправится на Евро. Вот этот парень, я думал, русский, а он не русский, нифига. Сейчас мы посмотрим. Туркменистан. Из Туркменистана этот парень, но на Евро, я не знаю, Туркменистан, наверное, не прошел точно. Бустикетс, я думаю, тоже поедет на Евро. Тиам, я, естественно, поеду на Евро. Вот. Роберто, наверное, тоже поедет на Евро. Вот, кого здесь еще нужно выделить? Тиаго, естественно, тоже, наверное, поедет на Евро, но он очень плохо ухудшается, ему уже 33 года. Он очень, как видите, вообще такого в жизни не видел, но это просто кошмар какой-то. Вот, ему 33, наверное, точно не поедет на Евро, ему, по-моему, очень плохо. Кого еще здесь? Марко Ройс, скорее всего, если Германия прошла, он точно поедет на Евро. Рафиня точно поедет на Евро. Лео, если Аргентина прошла, то я думаю, этот парень проведет на Евро свои последние, возможно, матчи. Вело какой-то, Бакали какой-то, 28-летний молодой парень, наверное, точно на Евро поедет. Я не знаю, кто он, с какой страны этот парень. Бельгия. Бельгия, по-моему, прошла, я не помню. Делафе. Француз, наверное, тоже поедет на Евро. Суарес, я не знаю, как, он же с Уругвая, по-моему, или откуда с Уругвая, я не знаю, как Уругвай прошел, нет, но если прошел, он точно едет на Евро. Руни завершает карьеру в этом сезоне, если Англия прошла, то это будет его последнее Евро в его карьере. Педро, испанец же, по-моему, да, если я не ошибаюсь, Педро же, кто у нас? Да, испанцы. Ну, итальянцы прошли, и у нас в группе итальянцы, а вот испанцы не знаю. Неймар, бразилец, ну, Бразилия это не Европа, и Бразилия не участвует. А так бы Неймар с удовольствием, конечно, поехал бы. Вот, в общем, вот такие вот дела. Как видите, Барселона в следующем сезоне совершенно заиграет в другой футбол. Услышим новые, возможно, фамилии. Да вообще, я пока не решил, что будет в следующем сезоне. Пока голова забита только Евро. Ребята, отправляемся на финал Лиги Чемпионов. Ну что, друзья, приветствую всех на финале Лиги Чемпионов. Ливерпуль против Барселоны. Финал Лиги Чемпионов, друзья. На который попадаю буквально второй раз. Первый это был с Баварией, а теперь это с Барселоной. Ну что, команды выходят. Вот он этот заветный, черт возьми, кубок. Все выходят на поле. Ой-ой-ой. Как видели, большинство из футболистов, конечно, после этого сезона покинут Барселону, я думаю. Но уже одни старички, так сказать, остались. Старая гвардия. Ну и нас уже можно называть старой гвардией, потому что нам уже под тридцатку, почти тридцатка. И я не знаю, что как там со следующим сезоном. Возможно, аренды. Не знаю, друзья. Сейчас этим голову не забиваю. Неймар, Суарес, Феникс сегодня нападение. Рафини, Бусистекс, Роберто, Барта, Терштеген на ворота, Хюмельс защищает нашего вратаря. Вот он, этот кубок, показали нам его еще раз. Ну и посмотрим, что же у Ливерпуля там. Марио Балотелли уже вижу. Марио Балотелли, Родриго, Роберто Фермино, Вальдес Диас, Мигнолет какой-то, Сахо защищает ворота. Интересный состав у Ливерпуля, интересный. Это финал Лиги Чемпионов. Лига Чемпионов, господа. Сколько же у нас много счастья происходит, сколько много счастья. Ну что, поехали на финал, финал. Мяч установлен, пора разыгрывать.
Довольно бодрое начало мы взяли. Довольно бодрое начало мы взяли на этом стадионе. И Фермино продолжает. Продолжает Родриго. Пас пяткой. Фермино. Марио Балотелли подхватывает мяч. Балотелли делает пас вперед. Фермино. Фермино рвется. Ливерпуль вперед и хочет забивать. Идет дальше вперед. Что же будет? Уитстоун или что это за фамилия такая? Хернсон. Посмотрим, как оно будет. Ой-ой-ой. Марио Балотелли борется, ничего не выходит. Я прорываюсь к ливерпульцам. Удар по воротам. И это мимо. Так бы, может быть, и счет открыл. Был бы очень даже, кстати. Ах, мимо пролетел. Жаль. Опасный навес от Ливерпуля. Подача. Терштеген забирает этот мяч. Надо контратаковать, ребята. Надо контратаковать. Иначе нас Ливерпуль что-то как-то это имеет пока что. Так, здесь я. Попробовать уйти. Центрального защитника. Ой-ой-ой. Суарес. Я же тут тоже подключаюсь, парень. Отлично, по-моему, это угловой же, да, отлично, я же его и буду подавать, это же вообще просто прекрасно. Навес, полетел мяч, и почти оказался мяч в воротах, я тут пихаюсь и зарабатываю. Неймар! Лига чемпионов. Посмотрите проход. Удар. Я в перекладину попал, но Неймар добил этот мяч. И счет становится 1-0 с Ливерпулем. Это Лига чемпионов, друзья. Лига, черт возьми, чемпионов. Смотрите, какая красота. Как в карате полетел Неймар и забил этот гол. 1-0. Вау. Да уж, Ливерпуль. Марио. Ну что, сделайте с ним что-нибудь. Ну вот, сделали, по-моему, угловой. Давай, Видаль будет подавать. Подавать будет Видаль. Что это, угловой нет? Угловой нет, сразу говорите. Я не понимаю. Да, это еще один угловой. Ой, накаленный матч. Ой, накаленный до предела невозможно. Штеган, бери мяч! Что же это такое-то творится сегодня-то? А такое творится-то? Что такое? Ой-ой-ой. Гол! 2-0. 2-2, черт возьми, 0 на Лиге чемпионов. 2-0. Это Лига чемпионов. Это гол на Лиге чемпионов, друзья. 2-0. Да, еще раз да, это случилось. Финал Лиги Чемпионов достается Барселоне. Вот это два. Я, получается, за два сезона взял Лигу Чемпионов два раза подряд. Вот это просто фантастика. Это нереально, это unreal. Это просто офигенно, господа. Такого еще не видывал свет. Но мы обыграли сегодня Ливерпуль. Это очень радует. Это просто обалдеть. Лига чемпионов, финал. Финал Лиги чемпионов. И после этого матча мы пакуем вещи. Отправляемся на Евро. Да, вот это... Это просто сказка, это просто мечта. Друзья, Руни, который радуется, который заканчивает, великолепно заканчивает карьеру вот с таким вот кубком. Получается, три кубка Барселона забрала себе в этом сезоне. Три кубка, два кубка по Испании и один кубок из Лиги чемпионов, господа. Это красочные моменты в карьере, просто невероятно. Вы посмотрите, как все радуются. Ну и салют в честь. Даже по телевизору вон показывают.
Ну что, памятное фото. Большинство из этих игроков в следующем сезоне уже даже не будут играть в этом клубе. Но, тем не менее, посмотрите на их нерадостные лица. Мы сегодня здорово. Я сегодня забил. Просто классно, классно. Все молодцы, ребят. Сыграли на 100% как могли, как должны, как по учебнику. Будет ли в следующем сезоне такая же Барселона, как и в этом? Будет ли она такая же сильная? Скорее всего, нет. Потому что многие футболисты уйдут уже на пенсию, придут молодые футболисты, которые будут либо опускать Барселону, либо поднимать Барселону. Здесь уже, как говорится, покажет время, а у нас задача тоже такая, выступить еще очень хорошо на Евро. Это первое Евро за всю карьеру, она была очень длинной карьерой, чтобы мы шли вообще, вот сколько уже, я даже не пересчитать серий, сколько уже прошло, и вот оно Евро будет перед нами. А чем мы видим, что лучшим игроком турнира Лиги Чемпионов стал я. Это здорово. Я лучшим на Кубке Испании стал, я лучшим стал в Лиге Чемпионов. Вот, собственно, такие вот новости, господа, такие новости. Ну что, я предлагаю паковать уже вещи, и мы отправляемся с вами в стан сборной России на тренировки сборной, где, я надеюсь, мы выйдем на матчи. Надеюсь, все-таки выйдем. Ну вот на первый матч уже я вижу, меня не позвали. Это очень плохо. Сыграли с турками ничью. Я надеюсь, на следующий матч хоть на какие-то я выйду. Выйду, ребят. Очень хочу выйти. Ну как так? Что за тренер-то у сборной такой, который вообще не зовет в сборную России. Хотя в заявках, как видели, я там стою на первом месте. Что ж, на скорой встрече. Увидимся, я надеюсь, в сборной. Всем пока. До скорой встречи. Не болейте.